12, проходная НИИДАР, рядом с метро. Радио России. Футбольный онлайн-марафон на платформе «Смотрим». Во время всего чемпионата Европы прямые трансляции со стадионов, обсуждение матчей, самые красивые голы и острые моменты. Прогнозы, хайлайты, дневники. Это Евро-2020. Это большой футбол. Это футбольный онлайн-марафон на платформе «Смотрим». Для лиц старше 18 лет. Теперь Радио России на ваших мобильных устройствах. Заходите на сайт radiorus.ru. Скачивайте и устанавливайте на ваше устройство официальное приложение радиостанции Радио России. Слушайте прямую аудиотрансляцию. Удобно отправляйте сообщения через мессенджеры WhatsApp и Viber. Звоните в прямой эфир. Радио России. Всегда рядом с вами. Слушайте в нашем эфире. Хорошее. Хорошее начало. Хорошее. Выходные с 9 до 12 по Москве. Хорошее начало. Радио России. Главное радио страны. В студии Алла Волохина. Здравствуйте. Коротко о главных.